Да будет, конечно, где еще найдешь ты? Тут вообще за такой ценник без вариантов. Мам, ну давай так, говори. Вот она не плачет, да? Но она на БМВ ездит, на новой. Да, а что ты тогда? И ты знаешь, сколько БМВ жрет? Слушай, подожди. Не, нормально, она на БМВ ездит. А братишка на белой Ауди на новой. Не, вот именно. А ты знаешь, сколько они стоят? Две машины. Бензина они жрут. БМВ, Ауди. Да какая разница, сколько они жрут? Если ездят, значит, ездят. Не, значит, ездят. Включи свет, ли не будет. Нет, она одевается, во-первых. А потом, смотри, она во-первых ходит вот сюда, в фитнес-клуб, там, на фитнес-клуб. Какая разница? Я не могу все поставить. Хорошая, такая хорошая. И дырка твой котенок. Няшный. Солярий. Это ее всегда на солярии. А что тогда я делаю? Нет, да тут нет, тут где? Заплакала. Что заплакала? То, что в солярий теперь ходить не будет. Я про другое, что тут что жалеть-то, кто они есть-то? Родственники, не родственники. Таких найти полная Москва. Вон этих три. А сколько тут на кухне? Она одна, но брат у нее. Ну брат не здоровый. Аркадий. Он сначала же. А потом Ну, когда ему сдавали. А что, какая? Вот эта однушка, что ли? Да, вот такая. Вот за стенкой. Да. Нет, соседний подъезд. А, в соседнем? В соседнем первом подъезде. Я думал, на одном этаже сегодня. Нет, на 15-м квартире. Я просто, нам там давали, что я на 15 этаж стояла. Я в крытом, на втором. Я девочку, скажу, во втором подъезде, только второй этаж. Чтобы вверх я очень боюсь. 15-м этажа.